Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную вязаную шляпку-панамку с полями. Данная шляпка у меня рассчитана на обхват головы 54-55 сантиметров и ушло около полутора моточка хлопка. Моя шляпка уже в итоге подкрахмалена. На литр водички я брала 1,5 столовой ложки крахмала. Это для того, кому интересно, как я крахмалю. И для тех, кто хочет более ровные, красивые, упругие поля, можете в последний ряд обвязки столбиков без накида обвязать тригелин. Тогда края будут более упругие и ровно лежать. Конечно же, лайкайте, кому понравилось, приступаем к вязанию и не забывайте нажать под видео колокольчик для получения оповещений о новых видео, которые выходят на моем канале. Вязать я буду пряжей Yarn Art Begonia, здесь в 50 граммах 169 метров мерсеризированного хлопка абрикосового цвета. Далее нам понадобится еще крючок номер 3, ножнички и сантиметр. Берем рабочую ниточку и делаем начальную петелечку. Закрепляем ее и теперь набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее в первую петельку делаем соединительный столбик. У нас получилось вот такое колечко из 3 воздушных петелек. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема. И в дальнейшем эти 3 воздушные петли мы будем делать в начале каждого ряда. Они нам будут заменять первый столбик с накидом. И делаем в колечко, в центр между 3 воздушными петельками сюда, еще 11 столбиков с накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и последний 11 столбик с накидом. В третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик. И всего по кругу при вязании первого ряда у нас сейчас 12 столбиков с накидом. Далее поднимаемся на 3 воздушные петли подъема, делаем накид и в петлю основания цепочки воздушных петель делаем 1 столбик с одним накидом. То есть в первую петельку у нас сделано 2 столбика с одним накидом вместе с 3 воздушными петлями подъема, замещающие нам первый столбик. Далее в каждую последующую петлю делаем по прибавлению, то есть вяжем по 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Первый столбик сюда же второй, далее в третью петельку первый столбик сюда же второй. И в конце второго ряда мы удваиваем количество столбиков в 2 раза. То есть получается при вязании второго ряда по кругу у нас получится 24 столбика с накидом. В конце ряда отсчитываем третью петельку подъема и в нее делаем соединительный столбик. Далее поднимаемся на 3 воздушные петли подъема, замещающие нам первый столбик. Далее делаем одну дополнительную воздушную петлю. И делая накид, в следующую петельку делаем столбик с одним накидом. И воздушная петля. Снова следующую петельку столбик с накидом, воздушная петля. Следующую петельку столбик с накидом, воздушная петля. Столбик с накидом, воздушная петля. То есть в третьем ряду мы в каждую петельку делаем по одному столбику с накидом и между столбиками делаем по одной воздушной петельке. Вот так чередуем до конца ряда. Столбик с накидом, воздушная петля. В конце третьего ряда в третью петлю подъема делаем соединительный столбик. И далее делаем соединительный столбик под первую воздушную петельку. Вот так. То есть мы перешли под ближайшую воздушную петельку. Будем называть их арочки. То есть у нас идет столбик-арочка, столбик-арочка. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема, накид. И под эту же арочку вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Первый столбик. Далее сюда же второй столбик. И у нас получилось, что под воздушную петлю предыдущего ряда, так называемую арочку, мы связали 3 столбика с одним накидом. Далее делаем накид и переходим под следующую арочку. И под нее вяжем также 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик и третий столбик сюда же. Далее накид, переходим под следующую арочку. И так под каждую арочку в этом ряду мы вяжем по 3 столбика с одним накидом. В конце четвертого ряда в третью воздушную петельку подъема делаем соединительный столбик. Теперь в начале пятого ряда поднимаемся на 3 воздушные петли,
И дополнительно делаем еще одну воздушную четвертую петельку. Далее снизу пропускаем один столбик или одну петельку. И через одну вяжем столбик с одним накидом. И воздушная петля. Снова делаем накид через петельку снизу в третью петлю. Делаем столбик с накидом, воздушная петля. Снова накид через одну петлю. Делаем столбик с накидом, одна воздушная петля. Вот так будем чередовать до конца этого ряда. Столбик с накидом, воздушная петля. Через петельку снизу делаем снова столбик с накидом, воздушная петля. Для того, чтобы не увеличивалось количество столбиков, мы пропускаем один столбик снизу, который замещаем воздушной петелькой между столбиками. В конце пятого ряда у нас должна остаться одна воздушная петля, и сделали после столбика воздушную петельку сверху. Теперь в третью воздушную петлю подъема в начале ряда мы делаем соединительный столбик. И далее переходим под арочку также соединительным столбиком. Теперь под воздушной петелькой, вот здесь вот мы оказались, и делаем 3 воздушные петли подъема, которые нам заменят первый столбик. Далее делаем накид и еще под эту же арочку делаем 2 столбика с одним накидом. Далее переходим под следующую арочку, делаем накид и под нее вяжем 2 столбика с одним накидом. То есть у нас получается, что мы под первую арочку связали 3 столбика, под вторую арочку связали 2 столбика. И так будем чередовать. В третью петельку вяжем 3 столбика с накидом. В четвертую 2 столбика с накидом. Вот так 3, 2, 3, 2, 3, 2 будем чередовать до конца шестого ряда. По чередованию прибавлений ряд у нас должен закончиться 2 столбиками с накидом под последнюю арочку. Далее в третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик. И замыкаем вязание снова в круг. Далее в седьмом ряду мы снова точно так же поднимаемся на 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3 и плюс 1 воздушная дополнительная петля, это арочка для следующего ряда провязывания. Далее делаем накид, пропускаем одну петельку и в третью петлю от крючка делаем 1 столбик с накидом и воздушная петля. Снова накид через петельку снизу 1 столбик с накидом, воздушная петля. Снова через столбик снизу делаем 1 столбик с накидом, воздушная петля. То есть мы, получается, заменили 3 воздушные петли, сделали столбик, первый воздушная петля, далее через петельку снова столбик, воздушная петля, через петельку снизу столбик, воздушная петля. И снова не увеличиваем количество столбиков в этом ряду, благодаря тому, что пропускаем воздушные петли снизу, делаем их сверху. И так у нас будет продолжаться, повторяться ряд филейной вязки, то есть вот такой вот ряд чередования столбиков с воздушными петлями, ряд с дырочками условными, арочками. Далее в следующем ряду эти арочки мы будем выравнивать столбиками с накидом, делая постепенное прибавление для донышка. Далее снова ряд филейной вязки, то есть столбики с воздушными петлями, ряд столбики с накидом прибавления. Ряд филейной вязки, снова мы вот сейчас делаем седьмой ряд, это ряд столбиков с воздушными петлями, а следующий ряд мы будем выравнивать столбиками с накидом. Замыкаем круг после того, как сделали столбик, воздушная петля, снизу пропускаем столбик, соединительный столбик в третью воздушную петлю. И далее сразу же переходим под арочку соединительным столбиком и набираем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Далее делаем в эту же арочку еще 2 столбика с одним накидом. Один столбик и второй столбик сюда же. Далее под следующую арочку делаем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. И еще раз первый столбик под следующую арочку и второй столбик. То есть мы вот этот раппорт будем повторять от начала до конца ряда. Первую арочку вяжем 3 столбика, 3 воздушные петли, еще 2 столбика. Во вторую арочку 2 столбика и в третью арочку 2 столбика. Теперь снова повторяем под следующую арочку, четвертую по счету, 3 столбика вяжем. Первый, второй, третий. И далее 2 раза по 2 столбика с накидом. Первый раз 1 столбик, второй столбик сюда же. И второй столбик 1 столбик и второй столбик сюда же. Теперь снова чередуем 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2. И так до конца этого ряда. Завершаем ряд последним раппортом 3, 2, 2 и в третью петлю подъема делаем соединительный столбик. Далее поднимаемся на 3 воздушные петли плюс 1 петля арочка. Далее делаем накид через 1 петлю от крючка, делаем столбик с накидом, воздушная петля. Через 1 петлю снизу делаем столбик,
воздушная петля. Через одну петлю снизу столбик, воздушная петля. То есть это ряд пилеечки. И продолжаем вот так вот до конца этого ряда. Довязав 9 ряд, повторите еще 2 раза 8 и 9 ряд. То есть довязав 8 и 9 ряд, затем 10 и 11 вяжем как 8 и 9, 12 и 13 вяжем как 8 и 9. То есть получается, смотрите, в 8 мы с вами сделали столбики с накидом, чередуя 3, 2, 2. Затем в 9 ряду мы с вами провязали филейную вязку. Затем 10, 3, 2, 2. 11 филейная вязка. 12, 3, 2, 2. И 13 филейная вязка. И смотрите, если вы сейчас приложите сантиметр, и если у нас плотности вязания совпадают, то у вас должно получиться сейчас донышко, если вы вяжете на такой же размер, как и я, 18 сантиметров. Как я поняла, что мне достаточно сейчас расширения, получив 18 сантиметров. Первый вариант — это, конечно же, примерить на голову. То есть это самый идеальный вариант. Тут вы точно не ошибетесь и будет все отлично. Второй вариант, который чаще всего рекомендуют вязальщицы, это берем окружность головы, допустим, 55 сантиметров, делим на число π, равное 3,14. Мы получаем 17 с чем-то там, но приближенное к 18. Так как у меня сейчас, как вы видите, донышко такое вот приподнятое, то есть полукруглое, я бы сказала, то оно у меня должно равняться где-то 18 целым, потому что вот это приподнятое донышко, скажем так, тоже должно, в общем, вот эти вот буквально там доли сантиметров, они у нас должны округлить до целого. То есть 18 сантиметров, все, я останавливаюсь увеличивать свое донышко. Вот, и теперь приступаю к вязанию без прибавления. Как мы будем вязать без прибавления? Смотрите, связав филейный ряд, я сейчас нахожусь, сейчас я вам посчитаю, на каком ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Как я и говорила, да, на 13 ряду, я уже забыла. Вот, мы приступаем к вязанию без прибавления. То есть мы под каждую воздушную петлю должны вязать всего лишь 2 столбика с накидом. То есть не делать 3, 2, 2, а постоянно вязать вот эти промежуточные без прибавления по 2 столбика с накидом под каждую арочку. В следующем ряду мы так и продолжаем вязать столбик, воздушная петля, пропускаем снизу столбик и вяжем снова столбик, воздушная петля. То есть у нас раппорт узора филейной вязки составляет 2 петли, столбик и воздушная петля. Снизу мы пропускаем ее. Точно так же и в следующем ряду мы должны восполнить вот эти петли без прибавления, то есть вязать над столбиком столбик и над воздушной петлей столбик. Но для того, чтобы не вязать прям над, то я просто под арочку буду вязать по 2 столбика вот так вот с накидом, чередуя с филейной вязкой. То есть сейчас мы берем, делаем соединительный столбик под третью петлю, замыкаем круг филейной вязки и затем делаем сразу же соединительный столбик под арочку, 3 воздушные петли, заменяющие нам первый столбик с накидом, и сюда же довязываем второй столбик. Далее под следующую арочку первый столбик с накидом и сюда же второй. Под следующую арочку первый столбик с накидом и сюда же второй. И вот так далее. То есть я должна буду провязать, чередуя столбики, ряд вот так вот по 2 столбика под арочку. И в следующем ряду филейной вязкой я делаю эти же арочки для следующего ряда столбиков. Вот так мы должны связать глубину шапочки до тех пор, пока мы не будем вывязывать поля. Завершила я провязывание высоты шапочки, у меня получилось 27 рядочков. Закончила я на окончании 27 ряда, там где провязываем арочки, и это у нас нечетный ряд. И находимся в начале 28 ряда, сейчас приступаем к вывязыванию полей. Для начала после соединительного столбика в третью петлю подъема я перейду, как всегда, в арочку. И если вы посмотрите на ряд последний прибавления, мы делали прибавление в каждую третью арочку. То есть провязывали прибавление 2 арочки по 2 столбика, 3 столбика, 2 раза по 2 столбика. Вот точно так же нам нужно сейчас будет сделать еще один ряд таких прибавлений. То есть перейдя в арочку, мы делаем 3 воздушные петли подъема, это первый столбик, и сюда же довязываем еще 2 столбика с накидом. Далее снова во вторую арочку 2 столбика и в третью арочку 2 столбика.
То есть, если вы помните, мы делали прибавление 3, 2, 2, 3, 2, 2. Вот так нам нужно этот ряд и провязать. 3, 2, 2. В конце ряда в третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик и продолжаем вязать второй ряд. Второй ряд мы снова поднимаемся на 3 воздушные петли подъема. Это заменяет нам столбик первый. Далее еще 2 воздушные петли для арочки. Делаем накид и в петлю основания цепочки делаем столбик с одним накидом. То есть у нас получается в эту петельку первую провязан столбик 3 воздушные петли, 2 воздушные петли дополнительно для арочки и еще один столбик. То есть получается вот такая арочка. Далее делаем 2 воздушные петли, снизу пропускаем 2 воздушные петли и в третью петлю делаем 1 столбик без накида. Далее поднимаемся на 2 воздушные петли, делаем накид, снизу пропускаем 2 воздушные петли, в третью делаем столбик, 2 воздушные петли и столбик сюда же. Далее снова 2 воздушные петли, снизу пропускаем 2 воздушные петли, третью делаем петельку, столбик без накида. То есть у нас получается раппорт узора составляет галочка из 2 воздушных петель, между ней 2 воздушные петли, далее снова 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, 2 петельки пропускаем и снова повторяем через 2 петельки в третью, столбик, 2 воздушные петли, столбик сюда же, 2 воздушные петли и 2 снизу пропускаем петельки, в третью делаем столбик без накида. У нас должны получиться вот такие как бы условные веерочки. Столбик без накида, 2 воздушные петли, поднимаемся, делаем галочку и спускаемся 2 воздушными петлями. Присоединяем веерочек столбиками без накида. И между столбиками у нас по 2 воздушные петельки. То есть здесь мы начали, как бы условно говоря, вот этот веерочек, и в конце ряда мы его завершим. Еще раз показываю. 2 воздушные петли поднимаемся, 2 снизу пропускаем петельки, в третью делаем галочку, столбик, 2 воздушные петли, столбик сюда же второй. Далее 2 воздушные петли спускаемся, снизу пропускаем 2 петельки, в третью делаем столбик без накида. Вот так чередуем до самого конца этого ряда. Завершаем ряд 2 воздушными петлями и в третью петлю подъема соединительный столбик. Возможно, что исходя из нужного вам размера, у вас не вмещается полный раппорт, то есть половиночка не вмещается, то я предлагаю вам снизу вместо 2 воздушных петелек пропускать 3, буквально 2-3 раза, вот вам и будет эти полраппорта, которые не хватило. Если у вас вмещается и, допустим, остается одна лишняя петля, то, соответственно, просто ее пропускаете и делаете соединительный столбик с 2 воздушными петлями. Далее делаем переход соединительным столбиком под ближайшую арочку из 2 воздушных петелек. И нам нужно под нее связать 3 раза по 3 столбика с общей вершиной. Первый неполный столбик — это 2 воздушные петли подъема. Далее делаем накид и провязываем неполный столбик с накидом раз, пропуская рабочую нить сквозь 2 петельки. И неполный столбик с накидом второй раз, пропускаем рабочую нить через 2 петельки, соединяем общей вершинкой. Это у нас получается первые 3 столбика с общей вершиной. Далее делаем 2 воздушные петли и повторяем. Первый столбик с накидом неполный пропускаем сквозь 2 рабочие только лишь петли ниточку. Далее снова второй неполный столбик с накидом и третий неполный столбик с накидом. На крючке 3 петли от столбиков и 1 рабочая петля соединяем общей вершинкой рабочей ниточкой. И снова делаем 2 воздушные петли. Далее, третий раз повторяем все то же самое. Столбик неполный с накидом 1, столбик неполный с накидом 2 и столбик неполный с накидом 3. На крючке 4 петли рабочая и 3 неполных столбика соединяем их общей вершинкой. И у нас получилось под арочку вот такой вот трехлистничек. Далее делаем 1 воздушную петлю над столбиком без накида. Делаем накид. И переходим под следующую арочку из 2 воздушных петелек между столбиками. То есть там, где у нас галочки, вот здесь вот в макушечке таких вот условных веерочков, мы будем делать вот такие трехлистнички. Между трехлистничками и 3 будем делать только лишь 1 воздушную петлю. Повторяем. Первый столбик с накидом неполный раз, первый столбик
второй столбик не полный с накидом 2 и третий не полный столбик с накидом соединяем общей вершинкой. Далее 2 воздушные петли. Снова первый столбик с накидом неполный 1, второй столбик с накидом неполный 2, третий столбик с накидом неполный 3. Соединяем общие вершины. 2 воздушные петли. И третий трехлистничек, вот этот вот последний листик. Первый столбик с накидом неполный 1, второй столбик с накидом неполный и третий столбик с накидом неполный. Соединяем общей вершинкой. И теперь мы, закончив трехлистничек, делаем над столбиком без накида одну воздушную петлю. Переходим под следующую арочку и делаем снова трехлистничек. Первый столбик неполный, второй столбик неполный, третий столбик неполный. Соединяем общей вершинкой. 2 воздушные петли. Первый столбик неполный, второй столбик неполный, третий. И соединяем общей вершинкой. 2 воздушные петли. Снова первый столбик неполный, второй столбик неполный и третий столбик неполный. Все 3 петельки со столбиков и рабочую четвертую петлю соединяем общей вершинкой и делаем один столбик без накида одну воздушную петлю над столбиком без накида. Обратите внимание, что между 3 столбиками с общей вершинкой я делаю по 2 воздушные петли, а над столбиком без накида делаю одну воздушную петлю. Вот такие арочки у нас получаются снизу, вот в верхушечках, которые мы должны провязать вот такие трехлистнички. Между ними по 2 воздушные петли, еще раз повторюсь, и между полным вот этим веерочком из 3 листочков 1 воздушная петля над столбиком без накида. Вот так. Нам нужно обвязать абсолютно все арочки, предыдущие сделанные вот здесь вот в этом ряду. Пока мы все трехлистнички вот так вот не обвяжем до конца ряда. И тогда мы остановимся, я покажу, как завершить этот ряд. Завершаем этот ряд после того, как связали трилистничек. Делаем одну воздушную промежуточную петлю между вот такими вот трилистничками. И в макушку первого столбика, точнее даже 3 столбиков с общей вершиной, делаем соединительную петлю. Замыкаем вязание в круг и делаем еще одну соединительную петельку под 2 воздушные ближайшие петельки между лепесточками. Мы оказались под, скажем, первой арочкой и делаем 1 столбик с накидом, то есть 3 воздушные петли подъема и еще дополнительная 1 воздушная петля, как бы промежуточная арочка. Далее делаем накид и пропускаем вот этот второй, получается, лепесточек и между вторым и третьим вот они 2 воздушные петли. Делаем столбик с 1 накидом и воздушная петля. Затем вот она следующая воздушная петля между трехлистничками. Делаем под нее столбик с накидом и воздушная петля. И под каждые воздушные петли предыдущего ряда мы делаем по столбику с накидом и воздушная петля. Вот все абсолютно между трехлистничками, между первым лепесточком и вторым столбик воздушная петля, между вторым и третьим столбик воздушная петля и между третьим и первым следующим, получается, уже по счету трехлистничком столбик воздушная петля. То есть делаем такую вот условную сеточку. Замыкаем мы четвертый ряд после того, как под воздушную петельку сделали столбик и воздушную петлю. Теперь в третью петлю подъема в начале ряда делаем соединительный столбик. Все, замкнули ряд в круг. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема над первым, получается, столбиком 1 столбик. Далее делаем накид и под воздушную петлю предыдущего ряда делаем 2 столбика с 1 накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Далее над столбиком предыдущего ряда делаем столбик с накидом, а над воздушной петлей делаем 2 столбика с 1 накидом. И так чередуем над столбиком столбик и над воздушной петлей 2 столбика. Вот так до конца ряда вяжем просто столбиками с накидом. Над столбиком столбик, над одной воздушной петлей 2 столбика. Замыкаем мы ряд в третью петлю воздушного подъема соединительным столбиком. И теперь мы вяжем сейчас шестой ряд. Шестой ряд мы будем повторять, начиная со второго. То есть, как вязали второй, вот здесь вот, где делали галочку,
и затем поднимались и спускались, прикреплялись столбиком без накида. Вот точно так же мы и начнем. Делаем 3 воздушные петли подъема, далее 2 воздушные петли для арочки, делаем в петлю основания столбик с одним накидом, петлю основания там, где мы сделали 5 воздушных петель. Далее 2 воздушные петли, снизу пропускаем 2 петельки, в третью делаем столбик без накида. Вот такой вот орнамент мы будем повторять до конца ряда. 2 воздушные петли подъема, далее 2 снизу пропускаем петельки, в третью делаем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и столбик с одним накидом сюда же в эту же петельку. Далее спускаемся 2 воздушными петлями, 2 петельки снизу пропускаем, в третью делаем столбик без накида. Я думаю, что вы уже вспомнили, как мы делали вот этот второй ряд. Вот так будем продолжать. 2 воздушные петли подъема, далее снизу 2 петельки пропускаем, третью делаем галочку, столбик 2 воздушные петли, столбик сюда же второй. И спускаемся 2 воздушные петли, снизу 2 петельки пропускаем, третью делаем столбик без накида. И теперь, начиная со второго вот этого ряда, провязываем 6 как 2, 7 как 3, 8 как 4 и 9 как вот этот 5. То есть сначала мы делаем арочки, затем в эти арочки провязываем в следующем ряду 3 лестнички, затем делаем ряд филейной вот такой вот вязки. И следующий ряд у нас получается там, где мы, скажем так, уравнивали столбики с накидом, делая под воздушные петли 2 столбика, затем над столбиком столбик и так далее. То есть сначала арочки, потом трехлистнички, потом, как это называется, господи, филеечка и столбики. Вот точно так же и здесь сейчас начинаем с арочек, затем трехлистнички, филеечка и столбики. То есть достаточно, в принципе, будет повторить еще один раз вот этот же раппорт, для того, чтобы у нас набралась ширина полей. Для любителей больших полей можете сделать раппорт, повторить еще не один раз, а 2 раза. Но после провязывания второго раза вам нужно будет поля немножечко, возможно, расширить. То есть вот этого расширения вам покажется, возможно, мало. Вот, поэтому можете чередовать через 2 арочки, то есть в 2 арочки провязывать по 2 столбика, в каждую третью 3 столбика, или же в каждую четвертую, в зависимости от того, насколько вы хотите расширить. Но пока давайте свяжем с вами второй раппорт, а затем посмотрим, сколько это получается по ширине, и решим уже, будем ли мы делать третий раз вот этот раппорт в трехлистничках, или же просто приступим к обвязке полей. Итак, вот я довязала второй раппорт красивого узора. И в 5-м ряду второго раппорта я решила закончить свое вязание. То есть вот, начиная с первого ряда полей, у меня получается связанные 2 раппорта. И по сантиметрам это порядка 7 сантиметров. То есть я считаю, что это, в этой ширины полей мне достаточно. Если вы хотите, можете продолжить. Связав 5-й ряд, после, получается, провязывания второго ряда с прибавлениями, вот здесь, где ряд столбиков, то можете продолжать делать третий ряд. Как вы видите, над 2 орнаментами первого раппорта у нас легли 3 орнамента уже во втором раппорте. И так далее. Количество будет орнаментов трехлистничков увеличиваться, за счет чего и будет расширяться ширина полей. Но когда решите, что достаточно вам связанная ширина полей, то есть, допустим, 2 или 3 раппорта, неважно, то вот этот 5-й ряд каждого раппорта мы провязывали с увеличением для расширения полей, для того, чтобы расширялись количество раппортов красивого вот этого трехлистничка. Когда вы довязали, допустим, второй раппорт, и вы посчитали, что этой ширины 7 см вам достаточно, то 5-й ряд второго раппорта вам нужно провязать будет без прибавления. То есть не провязываете под воздушную петлю 2 столбика, а просто над столбиком вяжете столбик, над воздушной петлей вяжете второй столбик. То есть просто выравниваете количество петелек, провязанных в филейной вязке. То есть над столбиком столбик, над воздушной петлей столбик, над столбиком столбик, над воздушной петлей столбик вместо 2 столбиков, которые мы делали первый раз. Если же вы будете делать 3 раппорта в полях вот этого орнамента, то, соответственно, второй раз вы провязываете 5-й ряд также с прибавлениями, как и первый раз, а уже в 3-м ряду вы просто выравниваете вот так вот столбиками. Это нам нужно для того, чтобы у нас не пустилась волной
крайняя оборочная такая вот обвязочка. То есть если вы делаете с прибавлениями, она вам добавит количество петель, и, соответственно, край получится такой вот волной. Вот чтобы волны этой не получилось, нужно нам выровнять. После того, как мы провяжем пятый ряд, уже получается петля в петлю, столбик в столбик, то получается мы должны будем обвязать вот этот крайний край и тем самым завершим вязание шляпки. Для того, чтобы края больше, скажем, находились в таком вот стоячем положении, были более упругими, многие рекомендуют использовать при вывязывании последнего обвязочного края ригелин. Это такая плотная пластиковая или, ну, скажем, упругая такая вот, как своего рода толстая лесочка, и она держит вот эти края. Так как я буду шляпку крахмалить, то я не буду его использовать. Итак, обвязочный край я буду делать просто столбиком без накида. То есть делаю одну воздушную петлю и в каждую петельку предыдущего ряда над столбиком предыдущего ряда провязываю столбик без накида по крайнему ряду. Второй вариант — это столбики без накида провязывания назад, то есть как своего рода рачий шаг. Либо же рачий шаг — это столбики без накида, провязанные через одну петельку. То есть провязали столбик без накида назад, одна воздушная петля, снизу петельку пропустили, столбик без накида, и снова воздушная петля, снизу пропустили петельки, столбик без накида, воздушная петля. То есть сверху делаем воздушную петлю, снизу ее пропускаем и чередуем столбики без накида, вот так вот, как бы походкой назад. Вот, и получается такой красивый вот такой волнистый край оборочный. Я же буду просто обвязывать столбиками без накида. После того, как я сделала соединительную петельку, я делаю одну воздушную петлю подъема и, начиная с первой петли, провязываю столбики без накида. То есть никаких накидов мы не делаем, а просто начинаем обвязывать каждую петельку по одному столбику без накида. В конце ряда я сделаю соединительную петлю, и у меня получится уже законченный край полей шляпки. Вот так. Ряд завершаем соединительным столбиком в первую петелечку подъема. И все, теперь мы отрезаем ниточку, оставляем небольшой хвостик лишь только для того, чтобы его запрятать потом. И берем, вдеваем ниточку в иголочку. После этого берем, продеваем сквозь рабочую петелечку, рабочую нить. И теперь как бы возвращаем, получается, на место петельку. И теперь вытаскиваем хвостик сквозь последнюю петлю, но сверху. Вот так. И получаем такой вот визуально непрерывный краешек. Теперь остаточек ниточки мы можем зафиксировать, продев его вот так вот сквозь последним рядом столбиков без накида. И все, продеваем как можно дальше. Хвостик у нас никуда не денется. Для крепости я еще люблю, бывает, либо завязываю узелочки, либо продеваю вот так вот, захватывая как бы петельку, до которой не дошла, и возвращаю точно так же обратно. Тогда наверняка ваш хвостик точно никуда не денется и не будет никаких узелочков. Все, шапочка у нас, хвостик зафиксирован. Если где-то были присоединения, еще запрячьте хвостики обязательно. И теперь берем, открахмаливаем шапочку. Как это можно сделать? Это можно сделать столовая ложка на литр водички. Вот, либо же, если любите более пожестче, такой плотный более делать крахмал, то можете взять 1,5 ложки на 1 литр воды. Разводите в холодной воде немножечко этот крахмал, затем добавляете его в кипяток, разводите, остужаете, и шапочку вот так вот хорошо-хорошо жмакаете в этой крахмальной водичке и разглаживаете либо на манекене, либо я всегда рекомендую, если нет манекена, то надувайте шарик диаметром на обхват головы, на который вязали. Выкладываете хорошо вот эти поля. Поля, если хотите, можете сразу же проутюжить сквозь тонкую ткань, либо марлевую какую-нибудь ткань. Вот, и уже их вот таким вот образом ровно заглаживать. То есть постепенно, 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 для того, чтобы края были стоячие. Если же хотите вот такие, как панамки, более лежачие на глаза, то, соответственно, стираете, укладываете их, и все. Вот такая у вас шляпка должна получиться в итоге. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось.
Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.